Левобережный ЗАГС работает с 9 до 18, перерыв с 14 до 15. Воскресенье, понедельник не работает. Четвертый четверг каждый месяц санитарный день. Да, тут с парковочкой немножко напряженно у ЗАГСа, потому что она как бы по сути является перехватывающей парковкой у метро Речной вокзал. ЗАГС расположен вот в таком вот доме. Подъехать к нему можно с Ленинградского шоссе, повернув следующий проезд после Фестивальной улице. На Фестивальную улицу проезд со стороны Градского шоссе закрыт.